Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас возвращаюсь снова к нотам. Дело в том, что буквально сегодня у меня закрылись сразу два структурных продукта. Один из них – это структурный продукт защиты капитала, тот самый на золото, который был у меня давно, я про него уже и забыл, когда у него срок погашения, а он, оказывается, сегодня, не сегодня, а 20 числа прошел. И сегодня утром рано я проснулся и посмотрел на свой счет и обнаружил, что там минус 100 тысяч рублей. Ну, сначала перепугался, потом, ну, сумма-то круглая, я понял, в чем дело. Ну, почему 100 тысяч исчезло? Потому что продукт закрылся, а деньги еще на счет не вернули. Ну, вот сейчас уже все рабочее время, деньги на счете уже вернулись. И вот прямо сейчас вы видите результат. Структурные продукты ИИС. 201 589,04. Результат за сегодня плюс 1589,04. Это купон за один месяц. Там 20% годовых выплачивается ежемесячно, ну, равными долями. Было два автокола, сейчас один автокол. Вместо второго автокола денежные средства 101 589 рублей. Что я сделал? Я открыл новый структурный продукт. Я, недолго думая, так как структурных продуктов всего там купонных номер один, номер два, номер три, которые мне больше всего нравятся, поэтому те деньги, которые у меня на счете у жены, там закрылся, вот который на золото, я структурный продукт, недолго думая, номер один, ну а здесь, соответственно, структурный продукт номер два. И следующий у меня нота закроется буквально завтра. И я куплю структурный продукт номер 3. Вот, собственно говоря, и все. Все деньги реинвестирую туда же. Вот, посмотрите здесь ID заявки. Дата отправки сегодня. Сегодня 22-е. В работе. Покупка структурного продукта автокол на корзину Магнит Моэкс НЛМК и Сберпрефы на сумму 101 579 рублей 0,04 копейки. То есть я вычел 10 рублей, вот эти, которые на комиссию, и всю сумму туда реинвестирую заново. Теперь давайте посмотрим, что там на счете у жены. Структурные продукты ИИС. У вас есть свободные средства 111 363 рубля 25 копеек. Это структурный продукт на золото на 3 года закрылся. Это вот который положил и забыл. Вот я про него буквально забыл, а вчера, в общем-то, срок истек. Не вчера, а 20 числа. И сколько он принес? Ну, вот 11, грубо говоря, процентов, 11,4% за 3 года. Много это или мало? Это немного совсем, согласитесь. Вот. Но золото выросло незначительно. Оно выросло, насколько я помню, на 19%. А у меня, по-моему, там было 55% от роста базового актива. Соответственно, половина. Ну или там, ну да, 55% вот от этой суммы составило 11 тысяч рублей. Защита капитала на ETF на золото 100 тысяч рублей. Ну, 100 тысяч рублей это на самом деле инструмент защиты капитала в открытии от 250 тысяч рублей. Это мне по большому блату за 100 тысяч оформили. Поэтому вряд ли я смогу оформить за 100 тысяч. Я просто взял и сделал здесь структурный продукт номер один. Алроса, Моэкс, НЛМК, Сберпрефа на сумму 111 350 рублей. Я округлил немножечко здесь. Все. Вот они поручения. То есть я реинвестировал. То есть сегодня у меня пополнение, грубо говоря, сразу два. Теперь дальше. Автокол. Давайте смотрим. Вот он, автокол.
Он посередине, все четыре акции вверху, посередине периода. Период будет следующий. Так, здесь какой-то бардак у нас, но 07.012 первая выплата была, 07.01 дата выплаты была, 06.02 дата выплаты еще не была, поэтому ждем-с. Вот. И, судя по всему, здесь он закроется. Этот на 150 тысяч был открыт. Ну и, соответственно, я, наверное, тоже реинвестирую эти деньги. Ну, а что касается моего брокерского счета, то вот он, структурный продукт, который есть, который еще не закрылся, но вот он подбирается уже к этому сроку. Дата погашения 25, 27 декабря я его открыл, когда положил деньги на ИИС. И, соответственно, таблица 25.01. Сегодня 22. Через 3 дня закроется и этот, потому что НЛМК наметился на низ, если разве что НЛМК упадет. Вот. А так, в общем, сказать, с большой вероятностью он будет тоже отозван по автоколу. Мне кажется, что это нормальные структурные продукты. Вот сейчас 20% годовых дают, и если там буквально все акции обвалятся на 14%, но не больше, то я получаю купоны из расчета 20% годовых. Но в ближайший год рост особый не ожидается, такой вот колоссальный, как был. Поэтому я считаю, что не надо гнаться за большим ростом, надо, в общем сказать, часть в более-менее консервативные активы, которыми я считаю ноты вложить. 20% роста. И, собственно говоря, все. И тут явно совершенно какие-то опционные стратегии задействованы, какие я пока не понял. Я изучаю это дело и для того, чтобы уметь конструировать самому, но это, друзья мои, это очень-очень сложно, могу вам точно сказать. И там придется немножечко там и математики побольше, и пространственного воображения. Здесь ничего не надо, ноту открываем, получаем 20% годовых. Да, еще могу сказать, что эти ноты в брокерском доме открытия исключительно, это вот эти вот фирменные ноты открытия. Так что тем, кто в брокерском доме открытия имеет брокерские счета, пожалуйста, все вполне доступно. А тем, кто у других брокеров, ну, смотрите у себя, какие у вас структурные продукты. В Сбербанке, например, есть Сбер-ИОС, там доходность значительно меньше, но защита капитала. Там доходность 10% годовых, в 2 раза ниже. Есть еще БКС, там очень много структурных продуктов. Я с ними пока не встретился, скоро собираюсь встретиться и расскажу. Там масса продуктов структурных. Очень большое количество, БКС как раз на них и специализируется на самом деле. Вот, есть у других брокеров, ну, там Тинькофф какие-то интересные предложения предлагает, но пока я их, честно говоря, не изучал так близко. Ну, вот такие у меня новости, такие известия. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.